Аграрии Чувашии начали сев яровых. Первыми на поля вышли сразу несколько агрофирм в Батыревском районе. Всего на сегодня посеяно зерновых и зернобобовых культур на площади 360 гектаров, подкормлено 760 гектаров озимых, пробарановано более 1000 гектаров многолетних трав, продолжается работа по культивации зяби и на сегодняшний день прокультировано 360 гектаров. Всего в полях работает на сегодняшний день порядка более 70 единиц техники. Всего нам необходимо провести яровой сев на площади более 29 тысяч гектаров.